Вот наш глютен превратился в кашу. Еще через день он превратится в клей. Ну ладно, это не в этом проблема. В общем, пришли мы на следующий причал. И вот здесь вот такая вот ведерная система. Это только, блин, у нас у русских бывает. И у латвийцев. Соответственно, они для чего нужны? Чтобы груз через них проходил, да? Удобно было грузить и пыли было меньше. Вот. Соответственно, вот в данном положении он нам не зайдет. Необходимо где-то 4 ведра убрать. И можно спокойно грузить. Вот такая вот штука. Это погрузка. Всегда разные системы, идеи человеческие возникают. Зато удобно и быстро. Порт Липая. Все тут же. И туда, давай, вперед! Блять! Да ебаный в рот, сука! Кадры, блядь. Пиздец какой! Или закидать нахуй, или переключать. Погоди, стой, да он так-то. Он... Этот, слушай, так он легкий же, можно лопатами перекидать. Сейчас там, блядь, сколько? Это отвеса 2-3 это. 3 отвеса, 3 тонны где-то. 3 тонны. Нет. Надо трап перекинуть чуть-чуть. А вот теперь вам покажу ведерную систему в деле. Сто 50 тонн в час, вот поэтому элеватор идет. Я остановился. Тоже очень много пыли. Никуда от нее не деться. Всю настройку опять занесло в грязью. Ребята, конечно, тут в Липае пашут. Сегодня, в общем, тут работяга пришел, ну, парнишка молодой, лет 25. Начал вот эти оттяжки оттягивать, да, настраивать. Без перчаток. Я говорю, дружище, давайте выдам новые перчатки. Фирменные. Вот не жалко, честно. Они тут пашут, как кони. Вышел на причал посмотреть осадочки. Стоим уже вот на втором причале в Липае. Очень старый терминал, но лет 30 это точно. Так, осадочка. Ось 260. Ну где-то 268. Нос. Последняя у нас тут часть груза идет в носовую часть. Начали погрузку. Здесь на самом деле причал в очень плачевном состоянии. Тут в некоторых местах мне даже говорят вообще аккуратней быть. Вот где вот эта глина, тут вступать опасно. Можно провалиться. Ну а что вы хотели? Это же Латвия. Все еще советского времени тут также фактически осталось. То, что в Евросоюз вступили, от этого ничего не поменялось. Это у нас карго-сервейер. Ходил фотографировать. Позади нас тоже судно стоит, грузится чем-то. Вот так вот близко мы стоим. Нам пришлось еще сдвинуться немножко, так как у них лоудер не доходит. Вот наша красавица. Все четенько, все по плану идет. И самое главное, я доволен. Вот так вот, ребят. Такие виды у нас в морской деятельности.
Кто-то говорит, повидал мир, посмотрел, да? Вот он мир, настоящий морской в торговом флоте.